тут красувала? Навоз намотав, де страхуватися онлайн. Воюю на Бахмутском направлении, точнее, район Клещеевка. Пехоту всю положили практически. Начали водителей, всех отправлять. А они просто сдохнут. Пришел приказ собрать группу из 10 человек на верную смерть. На какой-то штурм. Боеприпасы ужасные. Но мы и воевать ни с кем не собираемся. Которые даже не улетают, которые улетают, они не взрываются. Их нету практически. Да, и их нету. Сегодня утром был шокирующий инцидент. Человек у нас повесился. Это грустно или весело? Это печально. Суицид у него. На почве страха вот ноги. Нету, да. Забрали поваров, всех, вообще всех. Батальона даже не осталось. Батальона тоже нет, комбата арестовали. Комбата арестовали. Но сейчас нужно еще потерпеть. Люди бегут, вешаются уже. Уже год прошел, еще ни одного отпуска не было. 90% бойцов не были в отпуске, а те ребята, кто прибывали домой, находились там менее указанного срока и с учетом времени на дорогу. Мы хотим поднять вопрос об непредоставлении положенного отпуска мобилизованным военнослужащим. Хочется сказать, скучно, девочки. Это мы уже все видели, наблюдали. Отправляют на верную смерть всех неподготовленных. Закрепиться негде. Выжженные земли. Просто выжженная земля. Никаких окопов не выкопать, ничего. Ни помощи артиллерии из других. Артиллерия это мы вот. Без боеприпасов. Боеприпасы у нас кончились, нас в пехотинцы перевели. Мы не готовились быть пехотой. Нас учили быть артиллеристами. Все. У нас боеприпасы кончились. Идите с автоматом на артиллерию. На танки. А за что вы мерите? За какую правду? Если правды нет. Просто бьют пацанов и все. Раненых с поля не забирают, то есть они там сами кровью стекают, гибнут. Когда боец ранен, вы зачем его бросили? У вас лежат документы, вы знаете, что он ранен, и вы знаете геолокацию, где он находился. Так организуйте эвакуацию. Уже месяц прошел. Зря вы хрюкаете. Да и пехоты уже не осталось. Пехоты не осталось практически. Каждый день кидают группы, от этой группы большая часть повара. Если 300-е, а остальные 200-е убитые. Вещь такая еще, приезжает в госпиталя, собирают, кто легко контуженный, кто легко раненый, сформируют группу прямо с госпиталя и отправляют обратно на передок. Необходимо их немедленно расстрелять и широко оповестить об этом население. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Вранье в реальном положении, составе, состоянии своих войск и в реальных действиях. Вот в этом деле. Депутат Российской Госдумы Андрей Гурулев признал, что российское командование врет о реальной ситуации в войсках и на фронте, замалчивает огромные проблемы, а украинская армия воюет намного эффективнее российской, превосходит российскую армию по качеству вооружения и наносит России чувствительное поражение. Сначала Гурулев написал об этом в своем телеграм-канале, но затем вышел в прямой эфир к пропагандисту Сергею Мардану на канал Соловьев Лайв и стал рассказывать о проблемах с СВО уже там. То, что вы у себя в телеграм-канале написали, как-то мне тревожно стало. Что происходит? Почему Гурулев так беспокоится? Мардану тревожно, потому что российская пропаганда все время рассказывала только о победах, но как-то так получается, что при этом российская армия сейчас отступает и теряет территории. Мардан спрашивает Гурулева, о чем же конкретно врет российское командование, и Гурулев отвечает, врут как о состоянии самой российской армии, так и о ее успехах на фронте. Где вранье-то? В чем вранье? Вранье в реальном положении, составе, состоянии своих войск и в реальных действиях. Вот в этом деле. У нас частенько доклады не совпадают даже линии переднего края с тем, что находится на самом деле. Ну давайте я до сих пор раскрывать. Но есть такая тема. Гурулев говорит, что даже линия переднего края в докладах военных отличается от той, что есть на самом деле. Ну, то есть российское командование до сих пор врет, что идут какие-то бои за Работино и Клещеевку, а в реальности российская армия уже их не контролирует. И если раньше такая ситуация, в принципе, всех в России устраивала, и сам же Гурулев не имел ничего против, то теперь мы видим, что это повальное вранье достало даже представителей российской власти, и они о нем уже стали открыто говорить. Есть нюанс, про который мы писали, это правда. Здесь чего особо скрывать, что у нас есть
проблемы с контрбатарейной борьбой, у нас есть проблемы по борьбе с беспилотниками противника. Ну, есть нюанс. Мы говорили, что у нас вторая армия мира, а выяснилось, что мы во всем уступаем даже Украине, над которой раньше насмехались. Украинцы закупили приличное количество беспилотников, в том числе у Китая. Они их модернизировали, они их приспособили под свои функции, какие-то под разведные, какие-то под ударные, какие-то под универсальные, ну и так далее, и тому подобное. И сегодня этих беспилотников немереное количество. Ну, те самые украинцы, которых Гурулев собирался победить за 3 дня, каким-то образом за 1.5 года накопили немереное количество беспилотников, которые доставляют России огромные проблемы. Причем продал Украине эти беспилотники братский Китай. Какой удар в спину! И сегодня, конечно, когда дальность стрельбы натовского орудия, к сожалению, превышает дальность стрельбы нашего орудия, довольно-таки тяжело бороться. Артиллерия у украинцев теперь тоже лучше, чем у второй армии мира. Видимо, это результат демилитаризации. Ну, вы помните, да, что Россия уже 1.5 года проводит демилитаризацию. И вот мы видим, как классно Путин ее провел, что даже уже российские генералы, российские политики признают, что артиллерия у Украины теперь лучше российской. Сразу видно, что СВО идет по плану. Ну а дальше начинается самый смешной момент. Генерал Гурулев с грустью вспоминает удачный удар украинских ракет по Черноморскому флоту России в Севастополе, который произошел 13 сентября. Напомню, тогда был поражен российский корабль, который уничтожен безвозвратно, и также была поражена российская подводная лодка «Ростов-на-Дону». Появились в сети ее фотографии, видны повреждения на этой лодке, и тоже эксперты уже сказали, что это восстановить невозможно, и эта подлодка утрачена безвозвратно. И вот теперь генерал Гурулев рассказывает, что это произошло из-за того, что российская армия даже не смогла зафиксировать взлет украинской авиации, которая наносила этот удар. Ну и, соответственно, они не смогли подготовить свое ПВО и этот удар предотвратить. Если Штормшедоу полетел, а не только воздушного базирования, значит, где-то забазирована авиация, причем мы, давайте откровенно, проворгали массовый взлет этой авиации. 10 ракет, это нам было поднять не один самолет. Когда в России взлетает боевая авиация и выпускает ракеты, это сразу фиксируется в Украине, звучит воздушная тревога, и телеграм-каналы сразу сообщают, что взлетела стратегическая авиация или МиГ, который является носителем ракеты «Кинжал». Короче, в Украине все это фиксируется, и сразу идут сообщения по телеграм-каналам и по СМИ. И вот российский депутат, российский военный признает, что Россия так не может. То есть Россия даже не может зафиксировать взлет украинской авиации. Соответственно, не может в достаточной степени предупредить вот эти удары ракет по своим военным объектам. Россия не способна их защитить. И эта страна, она утверждает, что у нее вторая армия мира, что она проводит демилитаризацию. Ну, вот такая демилитаризация, что даже люди, которые кричали, что они захватят Украину за 3 дня, которые смеялись над украинской армией, теперь признают, что фактически во всем Россия уступает Украине. Ну, кроме количественных показателей, но по качеству они сами признают, что они уступают везде. И казалось бы, ну давно уже пора понять, да, что все, что делает вот эта путинская шайка, оно приносит противоположный результат. Ну хватит, ну остановите этот дебилизм. Вы же видите, что все приносит только обратный результат тому, который вы провозглашаете. Хватит уже позориться, ну сколько можно. Но нет, вот эти российские патриоты, они не обучаемы. Точнее, они с одной стороны, они вроде видят, что происходит, да, они признают, что спецоперация как-то провалилась, что все дает обратный эффект, никакой демилитаризации, денацификации не получается и близко. С другой стороны, они продолжают призывать к продолжению этого маразма. То есть им недостаточно, они хотят усугубить, довести все до полнейшего краха. Это невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла вообще никак. Друзья, подпишитесь на канал и обязательно оставляйте комментарии и лайки. Это важно для продвижения видео. Пусть больше людей узнает правду. Вам не тяжело, а мне это будет крайне. Еще 280 снарядов несут стратегические атомные подводные лодки. К чему готовятся США, непонятно.